Нафаня, иди посмотри. Иди посмотри, что я тебе замутила. Ну, не только я тебе, конечно. Остальным кошечкам тоже. Но пакостишь именно ты. Это штука от пакостей. Он еще не понял. Еще не понимает, что это такое. Да? Если бы ты знал, что это такое, но ты не знаешь. Да, маленький? Нет, не хочет подходить, смотреть даже. Он хочет обратно в свои террариумы, чтобы было удобно запрыгивать. А они подвинуты. Решила сделать такое обогащение среды нашему дальневосточному коту, потому что ему стало скучно. Да, явно скучно. И стал он лазить наверх на шкаф. В тайгу решил уйти и сидеть в тех елках. Прыгал он через террариумы. Естественно, это не нравилось ни ящерицам, ни нам, потому что это опасно. Ну и вот решила сделать ему такую ступенечку, такую досочку. Вот. Доска довольно большая, широкая, 40 на 60. И лесенка к ней. Лесенка прибитая, крепко все на гвоздиках. Гвоздики не торчат, доска держится на кронштейнах. Вот два больших кронштейна. Но все равно их длины не хватало, доска гуляла. И поэтому нужен был какой-то упор. Ну, вот такая вот палка, рейка, она же как теточка. Ну, вот осталось только дождаться, когда Нафаня это поймет, оценит и начнет использовать. Надеюсь, террариумы будут в безопасности, может быть, хотя бы он прыгать с них не будет. Ну, так или иначе, нужно было уже что-то с этим делать. Иди, зов тайги, а? Зов тайги случился. Играем с шишечками, спим в елочках. Ну что ты, не сообразишь? Не заметил, не понял. А, в туалет, наверное, побежал. Ну, пошел, пошел. Пошел. Ну. Ну как? Засчитано? Чего шипишь, не очень, что ли? Все равно наступает, но все равно наступает на это бедное стекло.